אני רוצה לדבר על הפרשה הזאת, פרשה די מעניינת. Сегодня хочу поговорить о этой недельной главе, она очень интересная, насыщенная. יש בה הרבה תוכן והרבה מחשבות שאפשר להוציא ממנה. И даже можно увидеть много разных мыслей, которые она показывает. והיום רציתי להתמקד באחת ספציפית. И я бы хотел сосредоточить ваше внимание на одном месте здесь. אז אני אספר בקצרה על מה מדובר פה. Я в краткости расскажу, о чем здесь вообще говорится в этой недельной главе в общем. נתחיל ככה, בפרק, זה, הפרשה הולכת פרק 9, 10, 11, מדובר, אם אתם רוצים לדעת על כשרות, אבל זה פחות ממה שאני הולך לדבר. И здесь эта недельная глава, она охватывает несколько глав, 9, 10, 11, и в 11 главе там говорится о кашруте, но это не то, о чем я хочу поговорить сегодня. אז נתחיל בפרק 9. И в 9 главе. אז אם אנחנו מסתכלים טיפה אחורה, עם ישראל סיים לבנות את אוהל מועד. И как вы помните, если мы назад немного вернемся, то народ они построили вместе под водительством Моше, они построили скинию. ועכשיו Моше, Аарон והילדים שלו קוראים לכל העם להתאסף ביחד. И вот сейчас все священники они призывают народ собраться вместе. ורוצים לעשות חנוכת בית לאוהל מועד. И хотят сделать освящение вот этого скинии. אז כמו שכתוב בפסוק 4 בפרק 9, הסיומת שלו, כי היום אדוני נראה אליכם. זה היום שהם חיכו לו הרבה זמן, הם התכוננו אליו, כדי שזה היום הגדול שאלוהים יורד סוף סוף לעם. И вот мы в 4 стихе, в 9 главе читаем в конце, что «И сегодня явится вам Господь». То есть это как раз то время, которое народ уже долго ожидает, чтобы увидеть вот эту славу Божью. ובשאר הפסוקים רואים את כל התהליך הארוך של ההכנה, של המזבח, של כל הקורבן. И во всех других стихах, которые мы читаем, это вот эта вот подготовка, что им нужно делать, как, какое посвящение они проходят. ובסוף הפרק אש גדולה יורדת מהשמיים וכל עם ישראל מתברך. И в конце мы видим, как вот огонь с неба спускается и благословляется весь народ. כמו פסוק 24, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח על העולה ואת החלבים וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם. В 24 стихе написано, огонь, пришедший от Господа, поглотил все сожжения и жир на жертвеннике, и увидев это, весь народ издал ликующий крик и пал ниц. הם היו ביראת אלוהים והיו באושר שראו את זה. То есть у них была великая радость, и в то же самое время был страх над ними, Господь. עכשיו נגיע לפרק 10, פסוק 1 ו-2. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מתחתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת, ויקרבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. И 10 глава, хочу прочитать стихи здесь. И сыновья Аарона, Надав и Авиуд, взяв свои кадильницы и положив в них горящие угли и благовония, принесли Господу чуждый огонь, чего он не, им делать не велел. אז בעצם רואים פה שבני אהרון, זה נדב ואביהו, הם הביאו אש, הם הכינו את המקטרת הזאת, והביאו אש זרה, כאילו אש שאלוהים לא בירך ולא לא אמר לעשות את זה בכלל. То есть Надав ואביהוד они приносят чуждый огонь, который Господь не повелевал им делать, приносить. אז Надав ואביהו לא היו ילדים. הם היו בוגרים, אנשים מכובדים, במעמד מאוד גבוה. И мы знаем, что вот эти его сыновья, это не были дети, они были уже полноценно взрослые, понимающие люди, подготовленные. הם היו אנשים המובחרים שיכלו להיכנס לקודש הקודשים. Их избрали для того, чтобы они могли войти в святое святых. אז שאלה, למה אלוהים העניש אותם במוות? И вот здесь вопрос, почему вдруг Господь наказывает их смертью? Написано, вышел огонь от Господа и поел их. האם הם עשו איזה טעות כלשהי? Может, они совершили какую-то ошибку? אולי הם כל כך נדלקו, שהנה זה היום, הם בהתרגשות, הם מחכים לרגע הזה, אז הם... מרוב כל הריצות האלה להכין את הכל, אז רצו להוסיף עוד מעצמם משהו. А может быть они настолько хотели приблизиться к Господу и добавили что-то от самих себя? כן, אז יזמו משהו שאלוהים לא ציווה. או אולי מדובר בהקטנת ראש. А может быть они просто чем-то пренебрегли?
רצו אולי לקצר תהליכים, לעשות בזריז, ככה וככה, לא... может быть, они хотели что-то сделать побыстрее, полегче. או רצו למצוא את העמק השווה, איפה הגבול שאלוהים, איפה אפשר לעבור, איפה אלוהים לא יעשה שום דבר אחר. То есть, может быть, они где-то размышляли, где я могу так поступить или чуть-чуть по-другому, может быть, ничего страшного из этого не случится. אז רואים שהם עברו תהליך עצום של בנייה של כל הדבר הזה, הגעה לרגע האמת שאלוהים יורד, ואז בגלל עשן קטן של קטורת הם מתים. То есть я хочу заметить, что они прошли такой глубокий процесс посвящения, и вот сделав что-то такое, кажется, маленькое, они вдруг погибают. מי שלא יודע מה זה קטורת, זה סוג של גחלים רותחים ששמים עליהם עלים, שעושים ריח. זה כמו שלנוצרים יש את הדבר הזה שהם מנפנפים, אותו דבר, זה עושה ריח טוב. Если кто-то не знает, что такое кторет, это вот это благовоние, которое они должны были принести, так и были специальные совки, на которых выкладывались угли, и вот сжигалось такое специальное масло, которое давало приятный очень запах. И вот в 8 стихе мы видим что-то очень интересное. Здесь написано: Господь сказал Аарону, ни ты, ни твои потомки не должны пить вино, когда собираетесь войти в шатер встречи, иначе вы умрете. Это вам предписание навеки для всех поколений. И возможно, что из этого стиха мы можем понять, что же с ними произошло. И, возможно, несмотря на то, что они прошли особенную подготовку, они вошли в шатер выпившие. И вот Господь им говорит, то есть передо мной вы должны действительно приходить чистыми, не выпившими, чтобы ваша голова была ясной. עכשיו, לפי הפסוק הזה אפשר גם לראות עוד דבר. Также мы здесь можем еще что-то увидеть. אתם מכירים שלאורך ההיסטוריה, בכל מדינה, בכל מקום, איך נבנו חוקים? בהתחלה מישהו שעשה משהו שהשלטון לא אהב, אז הוא עושה חוק שמונע שיותר לא יעשו את העבירה הזאת. На протяжении истории, как пример любой другой страны, мы можем понять, что, например, государство, когда оно производило какой-то закон, это было из-за определенного происшествия. Кто-то что-то сделал, и тогда государство выводило закон, что так делать не нужно, или вот наоборот, так поступайте. И здесь происходит то же самое. То есть они, наверное, выпили, и Господь говорит, вот так вот больше не делайте. Вот такое вам новое правило или закон. И потом Аарон, он говорит оставшимся своим двум сыновьям. И он им говорит, что вы должны, вот эта вот жертва, которая должна была приноситься, она святая, вы должны есть ее. И что же мы видим, что происходит там? В пасук 17 Моше ба и шоэл, «Маду ало ахальтем эта хатаат бимком акодеш, ки кодеш кодешиму, ваотан натан лахем ласет эт он хаеда лекапер алем лифне Адонай». В 17 стихе мы читаем, «Почему вы не съели, это Моше говорит Аарону, почему вы не съели мясо очистительной жертвы на святом месте? Ведь это святыня святынь, она дана вам, чтобы вы совершали перед Господом обряд искупления общины, и тем сняли с общины вину. Они обязаны были съесть, вкушать вот эту вот жертву, таким образом очищая весь народ. Но они просто взяли и сожгли ее. И поэтому Моше, он злой, возбужденный, говорит, как вы так поступили? И вот Аарон, он отвечает Моисею. И в 19 стихе Аарон говорит, да, эта жертва была сожжена, но в принципе я готов это сделать. כן, אז בזכות זה הוא כאילו מציל את שתי הילדים האחרים שלו, בזה שהוא אכל את המנחה ומכפר על שאר העם. И таким образом он
можно сказать, как бы искупляет двух других своих сыновей. אז ניתן לראות שבאמת כל הילדים של אהרון מעמד גבוה, מקום של הטופ של הטופ שיכולים להיכנס לקודש הקודשים. То есть дети Аарона, они как бы первосвященники, они священники, они находятся на очень на высшем уровне и представляют весь народ. היו באמת המובחרים וכנראה אלה שהיו צריכים להחליף את אהרון ומשה כשהם ימותו. Они были самые избранные, они те были, которые должны были поменять потом Аарона и Моисея. ורואים אותם בתור אנשים טובים, הם לא עשו משהו רע. И это хорошие люди, они не сделали ничего плохого. Они сделали что-то по своей инициативе, не спросив у других, которые были поставлены над ними. И мы видим, что они расплачивались очень тяжело, они просто погибли. והייתי רוצה להביא דוגמה אחת משמואל פרק א' פסוק י' и я хотел бы привести еще один пример, это из первого царства. פרק י' ד' и первая глава 11 стих. אני אספר בקצרה מה הולך. היה מלחמה עם הפלישתים ויונתן מתגרה בפלישתים והפלישתים יוצאים מלחמה נגד שאול. שאול נשאר רק עם 600 חיילים. То есть это было то время, когда была война, Плештим, они воевали против Саула, против Израиля. ושאול, אומר לכל העם שהיה איתו החיילים, פסוק 24, ועל שאול אל העם לאמור, ארו האיש אשר יאכל לחם עד הערב ונקמתי מאויביי, ולא טעם כל העם לחם. И вот в то время была война, и царь Саул, он просто заклинает весь народ, он говорит, проклят тот, кто вкусит от хлеба, и таким образом он дал такое вот, скажем, заклинание, заклятие, чтобы никто не вкушал никакой-либо пищи. Таким образом он заклял 600 солдат, которые воевали, были истощены уже. И мы видим, здесь приходит Йонатан, его сын. И он там нашел мед, который сделали пчелы. Он попробовал, он увидел, что он обновился силами. И он предлагает это всем остальным солдатам, говорит, поешьте, вы должны укрепиться, у вас появятся силы, мы сможем победить. И солдаты отвечают, ну мы не можем, мы поклялись твоему отцу. Но несмотря на это, он все-таки убеждает их, они все едят, и они побеждают в войне. Это вот такой пример, мы видим, что как Йонатан, он был хороший человек, он тоже Господа любил, и вот он и даже убеждает людей сделать что-то против воли отца. והשכנוע הזה זה הולך נגד מה שהבכור אמר. הוא לא התייעץ עם אבא שלו. Он не посоветовался со своим отцом, он просто так поступает, таким образом. אז אני בכל הסיפור הזה, אני פשוט רוצה לעודד אתכם לא להתבייש וכן לדבר עם מישהו שמבין משהו, שמכיר את התחום אולי, או מבוגר ממכם בגיל ויודע משהו. И я хочу просто ободрить каждого из вас, чтобы вы, да, могли советоваться. Советоваться с людьми, поставленными над вами. С людьми, которые, может быть, постарше вас, или те, кто понимают в этом деле. להתייעץ עם אלוהים על כל דבר שאתם, שמטריד אתכם. Спрашивать у Господа, как поступить в любой ситуации, которая беспокоит вас. כי אם נרוץ לפי הרגש והמחשבה שלנו, אנחנו כנראה יכולים ליפול על אסון כלשהו. Потому что если мы будем действовать только под нашим руководством, с нашими чувствами, мы можем упасть. Это касается любой сферы нашей жизни. Это может быть что-то на работе, какие-то финансовые трудности или предприятия, или свадьба, женитьба и тому подобное. Это то, чем я хотел поделиться с вами. Туда, Рами. Thank you.